Laguna Beach. Ресторан Las Brisas. Вот такой вот ресторан. Ничего особенного, еда хуевая совершенно, но вид, конечно, вот вам вид. Вот такие вот розы. Люди ходят. Ну, совершенно какой-то рай невероятный. Вот тут вот мне предложили один дом, квартиру, вот там вот дальше. Просто выходишь из этой квартиры и спускаешься, и сразу тебе море. И достаточно дешево. Однокомнатная где-то, ну, 1800. Но там с левой стороны собака гавкал. Опять, как у меня бы в Филадельфии было, я бы жила и гавкал этот мерзкий пес. Я сказала, я его убью, я тут жить не буду. Но не в том дело, эта квартира совершенно маленькая. Она по размеру была такая, наверное, как, я не знаю, ну, как кухня. Просто как кухня. И вот моя машина арендованная стоит, нелегально запаркованная. А вот я хочу показать очень потрясающий вид. Ну, очень потрясающий вид. Вот, спускаешься. Нехило, да? Вот туда дальше, Dana Point, где я буду жить. Буквально, ну, 15-20 минут оттуда. Дальше еще Сан-Клементо, где я хотела жить, но там не удалось по разным причинам. Ну, вот так вот. А это, собственно говоря, я.